Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео я расскажу вам о новой мужской парфюмерной воде Poza The Secret Man. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть новинки компании Oriflame в сторис и в прямых эфирах прямо со съемок. Поехали! Запоминающийся мужской аромат со свежими нотами ледяного аккорда, придающий уверенность в себе, это новый мужской аромат Poza The Secret Man. Форма флакона практически не отличается от предшественника коллекции 2015 года аромата Poza The Man. Это простая форма в спокойных тонах и в чисто маскулинном дизайне, ничего лишнего. Только в предыдущем аромате верхняя часть флакона была выполнена под фактуру металла, напоминающего доспехи гладиатора Спартака, а в новинке она символизирует пояс силы самого могущественного бога севера Тора. Но и в том, и в другом случае флакон, да и сам аромат олицетворяет мужественность и непобедимость. Парфюмер этого аромата Элис Бина провела детство на юге Франции. Она находит вдохновение в том, что умеет очень хорошо слушать других людей. И также она умеет переносить слова и эмоции в парфюм и в ароматы. И очень вдохновляет ее то, что она может делать людей чуточку счастливее. И ведь именно об этом говорят те ароматы, которые она сделала для компании Oriflame. Это ароматы, которые всегда обещают чуть больше счастья нам. Это ароматы Happy Desiac, Memories Chaining Butterfly. Это ароматы Clos Mademoiselle, My Little Garden и Poza The Man. Элис работает в команде швейцарской компании Fumenich в Париже. Эта компания создает ноты, парфюмерные молекулы и даже целые аккорды парфюмерные для самых знаменитых брендов. И именно такой яркий и уникальный аккорд присутствует в новом аромате Poza The Secret Man. Давайте же его протестируем. Мне очень нравится этот аромат, он очень яркий, он пьянящий, он даже немного фруктовый, и для меня этот аромат пахнет зимой, снегом, вот настолько он свежий, настолько он приятный, очень такая мягкая и снежная зима. Вот это мои ощущения от этого аромата. Наверное, поэтому и называется аккорд ледяным. Давайте же поподробнее обсудим с вами ноты. Неудивительно, что аромат показался мне именно пьянящим, потому что он открывается нотами искристого бергамота и пьянящего абсента. И такое бодрящее звучание усиливается ледяным аккордом, созданным в духе легенды о всемогущем Торе, боге грома и штормов, повелителе застывших молний. Неиссякаемая сила Тора и холодный блеск молний, которыми он повелевает, нашли отражение в уникальной свежести ледяного аккорда, ставшего центром композиции. Чтобы передать ледяную свежесть, этот аккорд создавался с использованием яркой древесно-амбровой молекулы лимбенол и молекулы, которая отвечает за передачу ощущения свежести, чистоты и силы хайверлалнео. Эта молекула используется в ароматах Christian Dior. Сердце композиции – освежающий и теплый апельсин вместе с соленым ароматом с привкусом шалфея переходит в чувственную базу из древесных и дубовых нот, которые ложатся роскошным шлейфом. Мужчина в стиле Poza The Man. Это сильный, уверенный мужчина, который никогда не сдается, который знает, чего он хочет, который ставит перед собой цели и задачи, и когда их достигает, ставит сразу следующие новые. Это мужчина-воин, это мужчина-победитель, это олицетворение силы, уверенности и мужественности. И именно этот парфюм, безусловно, откроет своему обладателю секрет скандинавских богов, как всегда достигать своих целей и как завоевать весь мир. Тестируйте новый аромат и найдите в нем свой источник вечной молодости, уверенности и силы. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть наши видео первыми. Пока-пока!